Если ты скажешь, братья и сестры, простите меня, я еще молодой священник, я всего лишь год служу, я не всегда могу проповедь приготовить. Извините меня, я буду учиться, но я пока сейчас сегодня не могу. Да люди тебя полюбят за эту искренность и скажут, а у нас батюшка, а хороший батюшка. А мы будем за него молиться, чтобы ему дал Бог золотые уста. Серьезно. Чем ты выйдешь и не начнешь там изображать себя павлина, который из рая прилетел, как бы, и начнет рассказывать, что в раю вот так, а вот это, как эти богословы так рассуждают о рае, будто они там были, знаете, есть такая фраза. Вот. И не надо рассуждать с великим важным видом про то, что ты не знаешь. А когда ты скажешь то, что ты знаешь, все, ты купил человека. Ты купил его совесть, купил его сердце. Ты просто своим сердцем его сердце взял в плен. Этого людям и не хватает. Именно этого им не хватает. Можно ошибиться, забыть, там, даты перепутать, там что-то там. Люди простят, люди вообще все простят человеку. Наш народ, вы же поймите, что наш святой, смиренный народ, он ведь никогда не ждал от священников святости. Служи, батюшка, служи, ты служи, а мы помолимся.